быстрее мысли и легкость владения вниманием дают нам удивительное состояние легкости и свободы. Что нам дает пустота в голове? Мысли есть энергия. Когда энергия неспокойно оносится в хаосе, тогда гораздо сложнее достигнуть желаемого результата. При этом человек быстро устает. В удобном положении, расслабившись, рассматривайте кисть руки, прочувствовав каждый миллиметр. Взгляд не должен отрываться от руки. Если внимание уходит, попытайтесь его вернуть. Во время упражнения в голове не должно быть ни одной мысли. Нужно выполнять упражнение, начиная с 5-7 секунд, постепенно доводя до 10 минут. В сумме в день вы должны выполнять это упражнение 10 минут. Причем каждый новый подход делать по-разному. В удобном кресле или в лежачем положении, в другом настроении. Упражнение освоено, когда вы сможете удерживать взгляд на кисти руки, ни о чем не думая столько, сколько захотите. Постепенно вы освоите это упражнение, и это не будет доставлять для вас большого труда. С вами была Нейлис. Пока!